Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Трусти Субсидити, мы продолжаем проходить игру Черепашки Ниндзя 2 Battle Nexus. И сегодня мы будем проходить дом Трисаратонов, то есть в прошлой серии мы за Фуджитоидом зашли в бункер Трисаратонов и улетели на вот такую вот планетку, даже не планету, а бункерный корабль Трисаратонов, да. Ну что ж, давайте, наверное, начнем. Также, друзья, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, ведь после 50 лайков выходит сразу же следующая серия. Ну и также не забываем про комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и добавляйте меня в друзья ВКонтакте, все ссылки есть в описании. Все, не надо так долго начинать, поехали. Грузовая гавань. Я профессор Ханикат, но я всем известен как Фичитоид. Мой интеллект и память как-то внезапно, действительно внезапно были пересажены в тело робота. Я и остался таким. Все время находясь у Трисаратона, я более узник, чем Фьючитоид. Интересно, что случилось с моими зелеными друзьями, теми, которые спасли меня, когда меня перебросили к Федерации на планету Духунип? Лидер Трисаратонов, первый лидер Зеннерман, пришли к власти на Федерации, чтобы наложить лапы на средства телепортации, которые только я могу создать. Если это средство телепортации попадет во владение кому-то из этих двоих, это будет означать конец Вселенной, насколько мы это понимаем. Оба они ищут лишь власти для своих собственных королевств. Конечно, это никак не связано с благополучием Вселенной. Если что-то не предпринять в скором времени, средство телепортации попадет к ним в руки. Меня кто-то придет спасти. Так, ну что ж. Сейчас мы играем, как всегда, за черепашек, и сегодня мы будем уже в корабле Трицератонов. Ящиков дофига я вижу, и, ну что ж, будет вроде бы весело. Эпизод 5.1, грузовая гавань, поехали. Так, здесь у нас, кстати, летучие мыши, которые взрываются. Так, давайте, пожалуй, сделаем так. Давай. Отлично, они остановились. Так, берем Лео. И поехали. У нас есть Доппельгангер, поэтому мы, блин, по-любому будем... О боже. Так, пошел вон. Молодец. И под катом. Отлично. Так. Так, осторожно. Главное не упасть. Ну ладно. Ура. Вот это вот прикольно, кстати. Так. А, надо слабый, ладно. Думаешь, я просто умная черепаха? Сейчас увидишь, что у меня не только есть мозги. Я думал, что действия так и не начнутся. О, я понял, зачем нам кристаллы... Ой, нам... Кристалл Сюрикена дали. А почему так много колы? Ну ладно. Окей, понял. Здесь я его убил. Нет, не убил. А, не убил. Класс. Я забыл про подкат Леонардо. Леонардо. Мне кажется, или это антика? Или мне кажется? Антика? Антика, да. Отлично. Это у нас антика. А, это другое, это альтернативный путь. Я не хочу проходить альтернативную сейчас. Я буду сейчас проходить основное. Да, поэтому сейчас вернемся на этот уровень. Мы не все собрали, прекрасно знаю. Антику получили. И один только кристалл, но тут их больше. Все хреново пройдено, это я понимаю. Так, ладно, хорошо. Сейчас, ребят, мы прошли по-другому. То есть, смотрите, мы прошли... Мне сдали, фига себе. Окей. Смотрите, мы сейчас пошли вниз, но это альтернативный путь, это другой путь. Надо пройти по-другому. Сейчас я другой путь выберу, но для начала я выберу... Ой, я в настройках изменю управление, потому что мне удобнее по-другому немного. Поменять персонажа будет С, и этот
Так, не то, не то, не то, не то. Блок нет. Где этот подкат? Вот подкат. У нас вот такой shift. Все. Вот это теперь суперское управление. Теперь можем играть просто на славу. Вот это вот мы пройдем, наверное, в следующем. Да, давайте в следующей серии это пройдем, вот эти два уровня. А сейчас будем проходить вот эти три уровня. Опять проходим, как бы, но только другим путем. Как бы уже ничего зарабатывать не надо. Я думал, что действие так и не начнется. Так. Кстати, да, S уже на первом уровне, это уже хорошо. Мне кажется, да. Уже хорошо. Может, это потому, что меня ни разу, кстати, не тронули? Хотя там вроде бы тронули. Ну ладно. Сейчас увидишь, что у меня не только есть мозги. Или он в нее попадал, или нет, я уже не помню. Теперь я себя чувствую гораздо лучше. Не, да, я все попадал, вот так. Так, тихо. Так, все, здесь уже ничего не надо трогать. Хотя, возможно, я там возьму сюрики. И, блин, почему он такой... Кристалл забрали. Ого, блин, их тут полно. Так, давайте... Да блин, да хватит. Так, отлично, камбо. Это что? А, подождите, антику и так можно было забрать, походу. Да, антику и так можно было забрать, ну ладно. В принципе, разницы нет. Так, здесь всякие вот эти вот бомбочки. Ящика больше нет, кроме вот этого. Думал, что я умею обращаться только с мечом? Так. Все. Теперь проходим через другой путь. Да, бывают такие вот альтернативные пути, о которых даже, может быть, кто-то не знает, то есть, да, некоторые люди реально проходят и не знают, как я, да, у меня такое было, то, что я сначала проходил, и даже не знал, почему, как бы, как пройти вот эти уровни другие. Так, ну здесь мы уже S получили, как бы неважно, что мы сейчас получим, да, S уже у нас не сорвется никак, но все-таки посмотрим. О, даже S, и тут дали, отличный уровень, кстати, легко получить S-ку вроде бы здесь, да. Ладно, идем. Вот для чего я это делаю, чтобы открыть другой путь, да. Ну и поехали, вот этот. Здесь три уровня. Три уровня всего будем проходить. О, вот это уже сложнее, кстати, вот здесь. Вот здесь я скажу, уже будет сложнее немного. Потому что здесь, блин, мне с моими лагами не просочиться легко, потому что у меня сейчас лагает немножечко. Как бы. У вас, наверное, не будет. Я попробую оптимизировать, но у меня жутко лагает. Поэтому я могу сейчас из-за этого проиграть. Да боже! Я сейчас орать буду. Наконец-то. Такая ничтожная атака не даст эффекта. Отлично. Нет. Да ну блин, пожалуйста. Да блин. Это нечестно. Павлин, павлин! Ура! Фу. Прошел. Нет! А-а-а! Теперь я себя чувствую гораздо лучше. Отлично. Почему оно ему ничего не дает? Так, давайте вот того тоже убьем. За компанию. Все-таки я S хочу получить. Возможно, это из-за того, что, кстати, тогда я прошел уровень слишком быстро. Ну ладно, посмотрим. Так. Здесь, в принципе, легко. Можно их просто скидывать, смотрите, вот так. Когда они открываются. Вот, вот так вот, можно их скидывать. Но, в принципе, можно... Вот, вот так вот. Очень легко, кстати.
Так, эти лазеры красные, поэтому их отключить никак нельзя. Вот такой вот маленький секретик. Все розовые лазеры можно всегда отключить. Так, здесь вроде бы есть какой-то прикол, что можно не отключить. Я не помню, здесь что-то такое хитрое было сделано. Или нет? Ладно, походу зря я его не вырубил. Ну ладно. Так, самое главное, не идти по этим механизмам. О, читерно, очень читерно. Стоп! Я антику теперь никогда не заберу. Я никогда теперь антику не заберу, дурак, ну ладно. Эх, жалко, конечно, антику опять не забрал, как дебил. Просто я помню, что тут что-то такое плохое есть. Ну ладно, в принципе. Подождите, может я успею? Не, не могу. Ладно, давайте, короче, сейчас пойдем и потом как-нибудь позабираем все антики. Да, потом как-то, когда уже, может быть, пройдем игру. Хотя, нет, как-то тупо даже, когда я пройду игру. Ладно, так. Да, вещь, я знаю, что такая маленькая. Ого, атака СС. Ло, давайте посмотрим, может быть, нам дадут СС. Ну, С нам должны точно дать. Дайте мне С, пожалуйста. Что, эй? Это, походу, из-за того, что... Ладно, давайте посмотрим ролик. Мудрый выбор для таких инопланетян с таким внутренним разумом, как у вас. Ребята, я вижу, что нам сейчас придется сдаться. Нам еще представится шанс. Как бы там ни было, мы еще сможем убежать с Ючитойта. Эти парни слабаки, мы можем взять их. Я слева. Нам еще повезет. Я так голоден, что даже готов стать узником. По крайней мере, мы можем поесть. Я не знаю, будет ли это так легко, Майки, но я за Лео тоже. Что ты скажешь, Раф? Ну все, ребят, нас взяли, да? Все-таки да, потом возьмем как-то антику. А сейчас, по крайней мере, давайте продолжим последний уровень на сегодня. Тюрьма Трицератонов. Поехали. Так, 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 смотрим ролик. Заключенные, выходите. Заключенные, встаньте в сторону, руки поднять. Средине мрази инопланетянин. Кого ты называешь инопланетянином, урод? Я заставлю тебя пожалеть об этом. Я знаю, что мы сможем выбраться. Хорошо. Небольшой ляп, татуировок больше нет и наручников тоже. Не, наручники у них сняли, да. А вот татуировок нет. Жаль. Ляп. Этого не было в мультике, это специально нарисовали для Battle Nex. Молчу. Но правда, время обеда. Это может быть хороший шанс. Видите, Лео тоже со мной. Прикольная тюрьма, можно выбраться, когда хочешь. А, не, подожди. Двигайтесь, время пожрать. Это наш шанс. Идемте, парни. Да, мы хотим пожрать. Прошу прощения за комментарий во время мультика, если вас отвлекал. Но, в общем-то, татуировок не было. Это очень плохой ляп от Battle Nexus, то есть от создателя Battle Nexus. Потому что вот этот мультик нарисованный, это старый художник из мультика «Черепашки-ниндзя» 2003 года. Это те же самые художники, нарисовали тех же самых черепашек, но вот сляпили немного. Да, ляпы иногда тут есть в этой игре. И мы опять в тюрьме, хорошо. Так, здесь антика, кстати, уже сложнее будет достать, потому что здесь нам придется прям в начале уровня карабкаться. Так, давайте попробуем. Как бы помните, как мы
самом начале. Блин, блин. Да почему у меня пробел как будто... Да боже! Так, подождите, мне нужно собраться. Да почему я делаю... Фух, это был пипец. Какой? Ребятки, простите меня за такую вот фигню. Я не знаю, почему это походу из-за лагов. Так, это я выпустил походу. Нет, это антика. Вот, смотрите, это антика у нас. И здесь у нас пусто, а тут должны быть кристаллы. Отлично. Все, можем уходить. И давайте откроем камеру. Да, выпускаем из камеры. Кстати, это, друзья, наши старые враги. Смотрим и... Да, наши старые враги с планеты Zero. Кто смотрел ту серию, то обязательно ставьте лайки. Так, тихо. Что-то они мне уже и так много сняли. Так, давайте-ка залево. А, подождите, так это что, туда что ли надо поднимать? Ладно, надеюсь, не надо. Потому что туда что-то мне как-то сложно сейчас подняться. Давай быстрее умирай. Наконец-то, все, идем. Теперь сюда, и здесь будет немного посложнее, да? Я помню это место. Так, здесь надо вот так вот делать, пожалуй. Так, здесь ничего нету. И идем, пожалуй, так. Здесь ломаем вот так вот. Кола. Нужна, конечно же. А почему нас выпустили, короче, покушать, а нас теперь бьют трицератоном, мне интересно. Или это нелегально здесь? Это кушать, походу, тут нелегально, поскольку... Когда мы выходим, нас бьют все. Ну ладно. Или это тюремщики такие плохие. Кстати, у них... короче, Батонексусу было лень переделывать форму трицератонов, то есть рисовать для них новую, тюремную. Потому что в тюрьме только тюремщики. Трицератоны. Да, сейчас немного отвлекаюсь, и поэтому тупо играю. Ну ладно, буду сейчас тогда в полную силу играть. Давай, силушку богатырскую врубаем. И поехали. И кидаем туда. Тихо, подожди. И пошел вон. И вот так бьем подкатом, очень круто. Окей, не успел. Так, и идем, пожалуй, туда теперь, да? Можно, конечно, их всех не бить, а просто идти, но я не знаю, это как-то неинтересно даже, что ли. Так, дальше. Здесь у нас будут, кстати, уже побольше вот таких вот серьезных противников, и здесь легче умереть, так что, ребят, осторожно. Вот тут вот реально на кухне... Ой, в столовой на кухне. Вот тут уже надо реально применять нормальные такие вот приемщики и не расслабляться, потому что тут их реально много... И не все на вас будут нападать. Но если вы вдвоем играете, то вам легко будет. Да. А, блин, атаку. Надо было сразу атаку. О, боже, их тут просто куча. Поэтому надо быстренько. И вот так вот, все. Было круто, если бы сейчас еще зарядку дали. Вообще класс. А ну-ка посмотрим, может быть, что-то еще тут есть. Так, нет, тут ничего больше нету. Ну ладно, поиграем так уже. Ну, мне кажется, что уже будет легко. Потому что по... О, нет, пожалуйста.
Стой, пожалуйста, 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 пожалуйста. Пожалуйста, нет, стой, хватит, хватит, пожалуйста. Ребят, я думаю, вы помните этот момент с отеля Космопорта. Кто не смотрел этот смешной момент, то посмотрите. Там вначале я тоже так облажался с этим краном. Что это такое? Ну, блин. Вода, короче. С этой водой. И кола, фух, слава богу, я ее ставил на потом. Подкатом, кстати, прикольно бить Леонардо, так что... Вот так вот. И последний враг. Это у нас кто? Тоже трицератон. А ну-ка, можно я тебя возьму, братан, и кину. А нет, еще один кто-то там есть. Вас двое. Ну ладно, двоих одновременно, нормально. Ну что ж, давайте. Окей. Это немного не та дверь. Все, пройдено. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, время 5 минут, осталось сил 69%, вещь 100%, антика получена и 3 кристалла получено, все. Ого, ого, смотрите, ребята, атака A, защита SS, Азреал S, то есть здесь, ребята, точно у нас будет S. Если вы хотите точно, чтобы у меня было S, то прямо сейчас ставь лайк. И что же у нас из S получится, может быть SS, давай, да не, просто S, и да, друзья... Моя любимая оценка. Не, вообще СС круче, но все же СС как-то прикольно. Смотрим ролик. Установите свои бластеры на режим окаменения. Первый лидер хочет их живыми. Нам надо победить их, иначе наш мир станет их миром. Слова были слышны сверху. Настала их очередь поиграть в игры. Все, что пожелаешь. Для тебя это определенно судьба. Ну что ж, нас забрали тюремщики и трицератоны куда-то в неизвестность. На какие-то игры. Кто смотрел мультсериал, тот поймет, что это за игры. Ну а продолжим мы с вами уже в следующей серии. Друзья, ставьте 50 лайков и сразу же выпустится новая серия. Также, друзья, оставляйте свои комментарии. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте, в которой выходят новости первее всего о канале и вообще... Все. Добавлять меня в друзья ВКонтакте, всех подписчиков я добавляю в друзья. Да, всех абсолютно подписчиков ВКонтакте, ну, которые на меня на YouTube, конечно же, подписаны. И все ссылки, друзья, есть в описании. На этом все. В следующей серии мы пройдем не этот уровень, вот этот, а будем проходить вот эти два, которые, ну, которые мы получили при альтернативном прохождении. Ну что ж, друзья, на этом все. Всем удачи, всем пока, ребят.